Навесні 2016 року для забезпечення виконання завдань, визначених у статті 1 Закону про Національне антикорупційне бюро України, Національне бюро здійснило аналіз соціально-економічних та нормативно-регулюючих процесів у державі, найбільш уражених корупційним впливом з боку вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що становлять загрозу національній безпеці України. За результатами такого аналізу було встановлено, що однією з таких сфер є видобуток та реалізація бурштину на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які носять суто протиправний характер та забезпечуються корупційною злочинною діяльністю представників органів державної влади. Однією з основних причин високого рівня корумпованості є блокування нормативного врегулювання цієї діяльності, у тому числі за участю деяких представників Верховної Ради України. У відповідності до законодавчих актів, що регулюють повноваження НАБУ, детективами були розпочаті заходи, спрямовані на отримання інформації про групи та окремих осіб, причетних до протиправного видобутку та обігу бурштину, які можуть користуватися незаконною підтримкою корумпованих високопосадовців. Унаслідок узагальнення даних, отриманих від надійних конфіденційних джерел, з відповідних електронних баз та відкритих джерел інформації, Національне бюро було прийнято рішення про можливість і необхідність агентурного проникнення до середовища осіб, які підтримують контакти з групами, причетними до незаконного видобутку бурштину, на підставі заведеної оперативно-розшукової справи. У зв'язку з підвищеним ступенем конспіративності у зазначеному середовищі, а також ураховуючи можливу причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів, оперативним підрозділом Національного бюро, відповідно до статті 8 Закону про оперативно-розшукову діяльність, розпочато виконання спеціального завдання для розкриття злочинної діяльності учасників організованої групи. У цих умовах детективом Національного бюро Катерина під легендою особи, що співробітничає з іноземною будівельною компанією, зацікавленою в інвестуванні грошових коштів для організації легального видобутку та законного експорту бурштину, були встановлені та розвинуті довірливі відносини з можливими учасниками протиправних операцій із зазначеною сировиною. У їх колі Катериною було аргументовано внесення окремих змін до діючого законодавства як умову вкладення компанією коштів в добування та експорт бурштину. Унаслідок цього з Катериною зв'язалася помічник консультант народного депутата Полякова Максима Анатолійовича Любонько Тетяна Володимирівна, яка повідомила Катерині про готовність Полякова надати допомогу у прийнятті змін до законодавства. 17 листопада 2016 року відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якої остання розповіла про механізм погодження законодавчих ініціатив та повідомила, що умовою сприяння у просуванні законопроєктів Катерини є передача 15 тисяч доларів США, які будуть розподілені між Поляковим, народним депутатом Розенблатом та керівником Держгеонадр Бояркіним. Ладно. Еще вопрос. Танюш, скажи мне, пожалуйста, как мы вообще... что сказал шеф касательно вот этого вопроса? Ну, он его закроет, подпишет Розенблат и он. А потом дальше как? А потом зарегистрируются эти правки. Тебе Руденко предоставит ссылку, что эти правки зарегистрированы. И потом Розенблат будет совместно уже эти правки двигать со своим всем законом. Это пойми, Кать, если мы обойдем Розенблата, я просто зарегистрирую от Полякова, это мертвое дело. Есть закон, есть разработчик закона. В его интересах, чтобы этот закон, тем более он прошел первое чтение. В его интересах, чтобы его в целом приняли. Он просто, это все добавит к своему. Но это выход, это единственный выход из того всего, что мы с ним проговаривали, продумывали. Потому что я могла бы вот сейчас, мне не стоит труда подписать, отнести в депконтроль, они бы тебе отчитались, что они сделали работу. Ну вот смотри, я просто хочу узнать, систему, я вообще этого не понимаю в целом. Вот они есть, да? Следующий шаг какой? Они их регистрируют где? В Верховной Раде. В Верховной Раде, да? А они там должны проходить какие-то комитеты? Потом, когда зарегистрируются... Угу. Будет назначен повторный комитет, так как комитет уже сроки прошли, будет, они же вот это готовили письма от ГОшек о том, что типа это жизненно необходимо для бизнеса, для страны в целом. Они должны следующий шаг сделать комитет, то есть комитет должен этим правкам дать заключение. О том, что они окей. Да. И дальше они включены будут в закон и будут вместе с законом выноситься. А кто нам прогарантирует о том, что комитет скажет? Розенблат, да? Конечно. А в чем его интерес?
В чем его интерес, вот об этом мы сейчас и поговорим. Хорошо. Вот, это, ну, выход из того, что было. Смотри, что они мне озвучили вчера. Уже говорила с помощниками до тебя. Угу. А сейчас мы с ним вчера встречались. Угу. Они мне озвучили вот так вот. 5 – это Аван ему, ну, то есть Розенблату. 5 – это Мойше. Угу. И 5 – это Бояркин. Вот эти 3 человека между собой будут сейчас сотрудничать. Будет правки, будет геокадастр. Угу. Все. Ну, екологічний комітет, він підчиняється Розенблату. Вечором того ж дня, під час організованої Любонько зустрічі Катерини з Поляковим, останній підтвердив свою готовність скористатися правом законодавчої ініціативи в інтересах Катерини та підкреслив необхідність участі в цьому Розенблата. Смотрите, пока, ну, то, что я с Розенблатом договорился, и мы можем вставить то, что он вставит, он потом правки, когда отзовет. Но это ты, Таня, проговоришь с его помощницей, как он это сделает. Вот. В любом случае, чтобы вы понимали, любой, кто зарегистрирует, это будет не Розенблат, это все вообще просто выброшенные деньги. То есть это даже перспективы не будет. Ну, вот просто, то есть это можно взять, но это вот, ну, как минимум там, нечестно, да? Но если вам куда-то нужно выбросить, можно, конечно. Но я думаю, что у вас там есть такая задача, которую больше покупать. Это хорошо. Вот, приветствуется. Но по большому счету основной соавтор и весь этот аферу разработал Розенблат. То есть, соответственно, как бы он там хотел очень другим, то есть он сегодня монополист в этом, потому что он основной соавтор. Да, там есть другие соавторы, могут внести, но он основной лоббист этой идеи. Понятное дело, если оно будет с ним не согласовано, то есть оно перспективы не будет не иметь никакой. Ну, Розенблат, слава богу, он коррупционер. Вот. Ну, шутка. Вот, на самом деле. То есть он нормальный парень. И понимает, что такое бизнес. Поэтому я проговорил, он говорит, ну, в принципе, да, вопросов нет, я готов подключиться. Но тут нужно и сверху, и снизу. 21 листопада відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якої остання зателефонувала Полякову та повідомила про згоду Катерини на його умови. Поляков доручає Любонько утримати у Катерини гроші, поділити їх навпіл, половину віддати Розенблату, а з частки Полякова взяти гроші для придбання мобільних телефонів. Вот. І сьогодні ж по своїй подругі вже на тій відповідь дасть. Вона в 11. Встреча, да. Там, і узнаєш, Боря должен був підписати за вихідні всі ці правки. Боря? Ну, Боря, Борислав. Ага, все, поняла. Алло, Максим Анатольевич, ну, прошла встреча с Катей, все ок. Ага, смотри, значит, я сейчас Борю предупрежу, подели пополам и помощнице отдай. Ну, поэтому на WhatsApp позвоню, хорошо? Да, давай на WhatsApp набери меня туда. И скажите, по телефонам вы ничего не оставили, да, Антон? Так вот же сейчас мы с этой... Я поняла. Да. Давай. Ну, поэтому я вам на WhatsApp позвоню, хорошо? И скажите, по телефонам вы ничего не оставили, да, Антон? Все, я поняла. Да. Видишь, они хотят уже деньги. Ну да. Кто они? Он сказал мне уже, ну, брать подписи, относить ему его часть. Разговаривал? Я говорю, давайте, да, давайте мне по телефону, ну, на WhatsApp. Это уже... Ну хорошо. Наступного дня, 22 листопада. Катерина передала Любонько 5000 доларів США, про що Любонько під час зустрічі з Катериною телефоном повідомила Полякову. Лучше ні. Небольшой, а, да? Ні, ну держи, так, господи, що тут такого? Може, ти посчитаєш, Зая? Я не считала. Я не. Ні? Ні. Може, надо? Ну, я їхала, да. Не это. Я просто их не читала, знаешь, я их забрала. Нет, и все. Я тебе написала. Ну, там 5. Да, да.
Алло, Максим Андреевич. Да, да, да. Хотела сказать, что 5 получила. Не знаю, что такое 5. Набери меня на WhatsApp. Угу. Не любит, когда я по телефону говорю. 5 килограмм. Мне Маргарита звонила. Того ж дня Любонько з отриманих від Катерини 5000 доларів США за вказівкою Полякова використала 1800 доларів на придбання в магазині Royal Service двох мобільних телефонів iPhone 7 для Полякова та його дружини Маргарити. Дев'ятнадцятого червня 2017 року під час проведення обшуку в магазині Royal Service детективами Національного бюро були вилучені зазначені 1800 доларів, а також отримані ідентифікуючі дані придбаних Любонько телефонів. У той же день один із цих телефонів було вилучено у Маргарити Полякової. 22 листопада 2016 року законопроекти, внесені Розенблатом і Поляковим, були зареєстровані у Верховній Раді України. Двадцять листопада відбулася зустріч Катерини з народним депутатом Розенблатом, під час якої останній підтвердив, що готовий на прохання Полякова сприяти у просуванні необхідних для Катерини законопроєктів та обізнаний про домовленість щодо розміру його частки від загальної суми неправомірної вигоди. При цьому він звернув увагу Катерини на те, що таку суму він отримує лише за початковий етап співпраці. Після цього Розенблат вказав Катерині віддати 7,5 тисяч доларів США його охоронцю, який і в подальшому буде отримувати всі призначення Розенблату грошові кошти. Ну, тобто комітет повністю покриває вона. Він не у нас, під нашу контролю. Хто від нас требується? Да, в принципі, там мені говорили, що там треба було заохочити, там вроде би передали щось таке. Ну, тобто я комітету роздав на тему. Ми ще не передавали. А, я передаваю. Ми чекаємо ваших. Вам как будет удобно? Сегодня, завтра? Как это правильно сделать? Как? Я поймите правильно. То есть, я просто думал, что Поляков мне это сделал, потому что он мне говорил об этом. Мы стали вопросом, что вы с ним встретились, да? Ну, я как... Говорите, как вам удобно. Могу завтра ему передать. Не надо уже ему передавать. Передайте мне, но... Может быть, что-то и... Вы мне только можете объяснить. Смотрите, я как бы, ну, он мне просто назвал цифру, грубо говоря, да, я как бы ее озвучил ребятам, для этого, собственно. Я еще пойду. 7,5. Сколько вам? Да, ты передавали 15, там, вот, да, Ира? Ну, у него ее нет. Ему отдана была часть, часть ему не было. Никому ее не... Это верно или что-то может нет, быть? Нет, все правильно, я так сказал. Кать, нет, подождите, я хочу... Хотя бы однозначно, смотрите, два мы себе внесли уже. Да, да, мне предоставляли фотографии. Да, а по двум поправкам я сказал, что мы их принимаем, то есть мы, ну, чтобы не было потом нюансов, мы повертаем на другое читание, я их на комитете вношу от себя, от себя вношу, да, как автор законопроекта, и на втором чтении мы их приносим. И уже, если я буду носить их с голоса, для того, чтобы просто перед вами поставить галочку, Рада не проголосовала. Ничего не делать, да? Ну, я буду, я ничего сама.
понимаете? Поэтому вот для меня просто принципиально, чтобы повернули на другое чтение, тогда мы его проголосуем уже как-то хорошо. Очень сложно у вас, конечно. Это не сложно, это просто закон, ну, это такая, ну, регламент. Ну да, потому что там должны быть какие-то были сроки, да, которые конечно, уже прошли. Конечно, декабрь месяц просто. Ну, да. Слушайте, это не те деньги, за которые мы сейчас говорим, это вы. Это просто ребята там заохочены, чтобы они там на комитете не бузили. Скажите мне, Борислав, мне сейчас возвращаться к вам или уже? Я, если вы хотите передать, там есть ну, охранник, он да? Да, без работы это все сделает, без работы. Хорошо. Да, но это заправка. А? Это заправка. Конечно. Баджихет. Похоже на вашего арабского кожа, террориста? Ну вот как-то так. Ну, террористов у нас нет. Нет арабских? Нет. У нас все очень... интеллигент. Хорошо, что ты считал, что он молодец. Он нужен? Да. Да. Это подойдет тебе так красивая девушка, хорошо? Хорошо. Девушка к тебе это подойдет. Хорошо. Да. Скучающий Баджихи. Да. Ну, он у меня там спец по разделению Израиля. Все. Всего хорошего, спасибо. Дальше виконання спеціального завдання, зазначений охоронець Розенблата був ідентифікований як Ярощук Богуслав Валерійович. 28 листопада Поляков поцікавився у Любонько, чи отримала вона від Катерини залишок призначених йому коштів, та отримав відповідь, що до кінця дня це питання буде вирішено. Второе, сьогодні ж ти зустрічаєшся з своєю арабською подругою, да, вона там? Да, вона сказала в часа два після якраз цієї зустрічі з Денисом. Угу. Угу. А, наш, о, ну, чтобы она там сегодня с тобой все выкрыла. Да, да, да. Это говорю, часа два. Да, это второе. Того ж дня Любонько отримала від Катерини 2500 долларів США. Окей, сейчас спрашиваю. Ну-ну. Вот. Oh my God. Держи. Так, спасибо. Вот это все получается, да? Все, мы же больше ничего нету. Продовжуючи зустрічатися з Катериною, Розенблат повідомив їй, що подальша організація видобутку бурштину та подальше його експортування можливі лише за умови його особистої участі в цьому проєкті. Що ви готові? Я тут реально просто поймати своїм колегам, які приймають рішення. Потому что все, что мы пойдем, да, это такой путь сложный. Где-то, понимаете, как система построена в Украине, противовес. Угу. Ну и один без одного ничего не сможет. То есть Поляков не сможет ничего там без меня. Я ничего не смогу без Полякова. То же самое, допустим, с Геонадра не сможет ничего без облсовета. Облсовет ничего не сделает, пока мы не поймем, для чего это нам нужно. Потому что нам это нужно. Поэтому мы вот тоже уперемся в эту ситуацию. Сказать вам, что смотрите, мы готовы, мы здесь земля. Угу. У нас есть свои там, допустим, там, запасы, у нас есть свои все остальные. И мы готовы с вами разговаривать. Только это понимать реально, что с этого нам. У нас не будет в области проблем. Меня вот это вот очень сильно беспокоит. Начиная даже вот просто от областного совета. Без нас будут. Повторяю, без нас будут. 14 грудня 2016 року. Під час чергової зустрічі з Катериною Розенблат послався на тривалість та ускладненість процесу ухвалення законодавства, необхідного для початку легальної роботи з видобутку бурштину. У той же час він пояснив, що добувати бурштин буде можливо на інших підставах. Розенблат повідомив, що для цього ним та групою інших високопосадовців лобіюється прийняття урядової постанови, яка надає можливість під виглядом рекультивації пошкоджених земель займатися видобутком бурштину. Розенблат повідомив, що для введення в цей процес компанії, інтереси якої представляє Катерина, їй необхідно приготувати від 100 до 150 тисяч доларів США. Зараз, сьогодні, буде підписана постанова по рекультуації землі. Я? Так.
Вот такое мне знакомое название. Да, есть второе предприятие, дружка. На Украине, да. Одно под мин экономия, второе под мин экономия. И там мин экс, и там мин экс. Оба предприятия под контролем. Я буду не переживать. Теперь что дальше? Это земли Дашлиска. Дашлиска. Только Дашлиска. Ни АПК леса, ни военного, а вот именно дальше. Минус земли вот эти там, запасов, там, пошкоженные там, да, тут дальше. Здесь есть уже нарытые участки. По всей областях. Мы не берем, опять же, ни Ровенску, ни Волынску, ни Киевску. Я говорю только Житомирскую, потому что это не обещает. Соответственно, эти все участки я сейчас делаю перспективы. Не сегодня, представители Дашлиса, потом есть там представители других группований, показывают, где тут есть пошкоченные земли. Наша какая задача? До конца вести забор, эти участки, добыть камень. И пусть это сделать рекультивацию. Если у вас есть желание, уже не дожидая закона, начинать работать, я готов сегодня с вами сидеть. Потому что, ну, как бы, участников процесса это не я. Вы суть поняли? Да. Что сказали? Земли пошкожены Дашлисом. Есть определенные участки. Я выделяю вам участки. Мы делаем там геологоразведку, делаем все эти, получаем лицензию. С вами заключается договор о том, что вы в течение 5 лет работаете здесь, в течение 5 лет. Здесь добытый камень через Мудропушты вы пропускаете на себя, на кого угодно. Процесс получения лицензии. Это не ваш процесс. Это процесс, лицензию получает предприятие на это месторождение. А с вами заключается контракт на, ну, как бы там, на добычу камня и на рекультивацию. Мы заключаем это. Да, ну, да, рекультивацию, и вы должны сделать за деньги, которые вам должны заплатить. Вы добываете, можете готовить почву под рекультивацию, потом уже там вы рекультируете, или не вы, это же будет построить. Но с вами будет заключен контракт именно на этом месте. Мы и с какими из предприятий мы уже поймем, когда? Кстати. А сколько же Бурсунов? Я поняла. Бурсунов Джин, это наши, это господина Полякова. Ну, их партии, естественно. Я отвечаю за свою. Ну, я поняла, да. Да. Это более понятно. Понимаете? Ближе. Более понятно. Ближе они, может быть, обои ближе, но это... Я там поняла. Там нет у меня влияния. Здесь директор наш. Я поняла. От нас надо что? Компания? У вас компания, контроль и желание. Контроль и желание, я поняла. Да, ну и финансы на начало работы. Какие финансы нужны на начало работы? Ну, помните правильно, то есть запустить по ковику, сделать срез какой-то, сделать установку. Это большие затраты на самом деле. Там, например, может, 100-150 тысяч долларов. Да. И деньги не дорогие. 20 грудня 2016 року Розенблат роз'яснив Катерині, що її компанія під приводом рекультивації, яку вона фактично проводити не буде, отримує можливість добувати бурштин. Ми будемо знати, будемо місторождення, будемо його осваювати, ну, как бы, там будемо вже реально розуміти, що ви там накопали. Я поняла. Ну, фактически, виходить, ми заключаємо договор, вони проводять рекультивацію. Звісно, вони. Ви робите тільки добучу. Но под эгидой... Под эгидой рекультивации. Подготовка к рекультивации.
Протягом наступних декількох місяців Розенблат систематично повідомляв Катерині про необхідність передачі йому грошових коштів для прискорення прийняття рішень, які дозволять розпочати видобуток бурштину під виглядом рекультивації пошкоджених земель. 21 та 23 лютого 2017 року Розенблат повідомляв Катерині про необхідність завжди мати в своєму розпорядженні 100 тисяч доларів США, частка яких буде використана ним для впливу на службових осіб Держлісагентства. Операційні розходи повинна бути для суми, як я говорив, використана, щоб для доплати тисяч доларів лежала під руками. Це все. Колісники, козлини, там залізли, теж швидше отримати це рішення, там залізли, щоб воно лежало. Там... Так я от по цьому і спрашиваю. Я все це великолепно розумію. Ну, але хоча б тисяч доларів лежало вже просто операційні розходи. Під гарантією. А с нашей стороны гарантия? Ну, все равно, понимаешь, твой объем, то, что ты потребляешь, там, этих 10 тонн, это 3 миллиона долларов, это ничто. Хорошо. Егорка, сколько у тебя есть возможность давать на расходную часть, для того, чтобы это все быстрее было? Ну, мне главное понимать, что это расходная часть, и... Вот я все еще, помнишь, я говорил, есть какая-то определенная сумма? Есть. Там все идет... Лесные ресурсы. Ну, для того, чтобы не подались эти дебилы, особенно лесники, пидрасы кончили. Потому что всех идут на команды, блядь, а они же петляют. Мне нужно, блядь, взять за стол и подписывать документ на эту дебилу. Мне нужно, блядь, какие-то операционные финансовые статистики. На виконання цих вимог 24 лютого Катерина під час зустрічі з Розенблатом передала йому 10 тисяч доларів США для забезпечення сприяння з боку Держлісагентства. Смотри-ка. Що там з цією з Гослесом? Мені потрібно... Для того, чтобы просто разбить их на какие-то определенные там, небольшие суммы, просто такой, по каждой функции. Просто вот небольшие деньги. По 200 тысяч. Чтобы клетки просто подняли свою жопу и пошли работать. Потому что у них всех есть, что мы отнимаем. У нас есть 10 дней для ответа. Ну да, это есть такое у вас. А мне нужно сколько? Вот ты здесь на сюда. Есть ездить, малыш? Сейчас я наберу туда своего этого. Чтобы он все привез, да? Да. Мне главное понимать, как бы, что нам это упрощает. Упрощает, да? Скорость. Ну вот. Я гарантирую скорость. Ну, подожди, это же не вся сумма. То есть это я тебе не, сказал, ну, то, да, что да, если да, я пойду, да, да, я зайду понимаю, под разный кабинет, на который мы обоснули лесничество. Район лесничества. Угу. Каждому леснику зайду. Угу. Вот я солнце, но мне другого варианта нет. Мне надо, чтобы они подписали документы. Конечно, конечно. Я должен дать денег по единичке. За вказівкою Розенблата Катерина передала гроші його охоронцю Адубашу Віктору Вікторовичу. Да. 14 березня 2017 року Катериною на вимогу Розенблата було передано 20 тисяч доларів США, призначені, за словами Розенблата, на забезпечення сприяння з боку посадових осіб Держгеокадастру. Так. Подліга, що у вас подліга? Що у вас є? Є. Мені треба сьогодні дати 16,5 і 85 тисяч, це було за садки, так? Це за отримання. Ти думаєш, що все просто? Не всі ходи записки. Все. Тобто всі ходи записки. Так, окей. Тобто, ну, що нам, виходить, це ускорить зараз? Это все. Ну, это весь наш процесс пошел. Не-не-не, ну, допустим, это вот волшебная двадцатка. Что она нам ускорит, получается? Это у нас будет уже, мы пройдем
Это первые такие стадии, вот эти все лесовики, мы все, то, что можно, ага. делать, и нашел. Ага. Сейчас это первая стадия, самое важное. Это уже работа, что лично ее надо выполнить. Ага, вот ее надо, я поняла. Все, да, они дадут нам вот эти запасы, они дают нам ТГР, самый главный вход. Угу. Мы теперь ТГР подаем на Эльдорадо, Эльдорадо надо защитить и дать там погоду. Угу. Это самое будет тоже дорогое, мне надо будет подмазать. Угу. То есть, когда я говорю подвести, это Эльдорадо, это ДГС, это самое большое протяжение. Мы сейчас, получается, самое... пытаемся пройти Геонадро, да? Мы сейчас пытаемся, Геонадро мы получили уже. Мы сейчас получили лесовиков. У нас там упрощенная схема. Мы же зайдем на земельщиков, которые должны нам дать координаты. Наши координаты точки. Угу. Эти точки не должны налаживаться на другие точки. Да, я поняла. Эти люди, которые там положили лицензии, они уже как бы закрепили свою территорию. Мы параллельно их убираем, но параллельно накладываем свои. Но это там, где мы с ними боремся. На абстрактные земли. А где не боремся, то есть там уже идет параллельная работа. Угу. Поэтому сейчас мы работаем земельщиками. Знаешь, это самое главное, я тогда то, что я говорю. Угу. За вказівкою Розенблата гроші передані в руки Адобаша. Да, Витю. Куда его надо? Тут есть где-то уборная какая-то. Не знаю. А я туда буду сейчас с ним. Вы знали, где комната это свободная? Витя, свободная это ваша? Да. Свободная, да, там она? Там резерв. Там резерв. Ничего страшного. Боже мой, какая прекрасная. Ты меня уже напугали тут какими-то страшными делами волшебными. Спасибо. Ты чудо шикарно выглядит. Спасибо. Загнали в нём краску. Через декілька днів Розенблат висунув вимогу та 20 березня отримав від Катерини 25 тисяч доларів США. Необхідні, за його словами, для стимулювання посадових осіб органів прокуратури та суду щодо прийняття рішень про скасування дозволів на видобуток бурштину, виданих Держгеонадра іншим підприємствам, які в подальшому можуть стати конкурентами його спільному з Катериною проєкту. Хорошо, я йому зараз передам. Так, що нам це дасть, виходить, зараз? Кому ми опять закроємо? Це ми закроємо Олевський район. Олевский район? Да, мы выбьем полностью лицензию и ведем переговорный процесс, чтобы они часть лицензии уже отдали нас. То есть это в принципе... Это мы выходим сразу на выбор. Если нам это удастся сделать, и они нам отпишут эти лицензии, мы имеем право на работу. То есть они лишат эти лицензии, эти две фирмы лицензии? Нет, они скажут, слушайте, заберите себе одну. Я скажу, ну окей, я тут заберу себе. Так и пишите на меня. Поменяем юридическое лицо. Или войдем в него. А Госгеонадра пойдет на это? Понимаешь, в этой стране все идут под нажим. Когда сегодня идет у нас нажим, когда у них идет обыски, они пойдут на все что угодно. Такая структура. Мы никуда этого не денемся. Но они скасовываются через суд или через... Через суд, только через суд. Облсвет не... Такой. Облсвет может подать просто на прокуратуру прошения. Угу. Все, на облсвет. Но облсвет может только на прокуратуру подать. Но ты понимаешь, правильно, одно дело, когда областная прокуратура будет подавать суд, другое дело, когда генеральная прокуратура подает суд. Моя задача была генеральную прокуратуру, потому что в этом деле уже пошел статус народного депутата. Угу. Я вместе с облбурадой обращаюсь на прокуратуру для скасования. И не облсовет выступает из СОН, а прокуратура в интересах облсовета выступает из СОН. Понимаешь, для того, чтобы это было и обеспечение, да. обеспечение своих прав и приостановить действия лицензии, чтобы у них не было возможности пойти. Потому что если просто пойти обслуживать там у них, да, они будут там 3 года водить, там судиться будут пошлять. А если сразу же автоматическим решением приостановить действия лицензии, у них это выбивает полностью почву из-под ног, и они говорят, кто, а что нам делать? За вказівкою Розенблата гроші передані в руки його охоронця Ярощука. Я, наверное, пока отойду, поговорить, я, наверное, заберу. Нет, я пока с этим Русланом, да. Я буду пока с ним. Да, хорошо. Телефон управляет, да? А, ну хорошо. Есть? Мы же вот здесь. Да,
Мы можем здесь спрятаться? Нет, там люди сидят. Оп. Так. Просто тут надо провести некоторые нюансы. Заходите. Так. Открывайте, пожалуйста, двери. Тут есть некоторые моменты. Так, это что? Это... Четвертого квітня Розенблат повідомив Катерині, що за допомогою отриманих від неї грошей він забезпечив прийняття необхідних йому судових рішень. Катя, смотри, когда мы начинали этот путь, я сказал, что у нас все плохо. У нас где-то что-то есть закон, который сейчас мы внесли прав. У нас есть где-то постанова, у нас где-то что-то есть. Когда мы дошли до какого-то результата, у нас оказалась вообще полная жесть. Я начал пробивать с помощью тебя, с помощью твоих денег, я начал платить за все. Прокурором, сюда. Все эти документы все поданы в суд. И прокуратура, и нами, это общественная организация Житомира. И есть сейчас еще звернение Олеской облрады. И еще 6 числа в Житомире будет облрада, и облрада еще даст подачу в суд. Мы их заживем за год. Твои деньги сделали чудо. Потому что мы загнали их в угол и по судам, и по прокуратурам. Першого квітня на зустрічі Катерини з Розенблатом був присутній його помічний консультант Крюков Тимур Умарович, який забезпечував юридичні послуги для Розенблата. На вимогу останнього Крюков підтвердив Катерині сплату грошових коштів за прийняття суддями потрібних рішень. Я знав, що ви так зробите. Розкажи, Каті, як ми виграли першу інстанцію. Вказ занесли. Скажи, що ми ще першу інстанцію вже... Ну, выиграли, да. В одно заседание отменили спецразрешение. Это по этим трем, да, фирмам? Шесть всего спецразрешений у трех фирм. Угу. И одну вот вчера в одно заседание отменили. Это, я просто буду отвечать, инстанция, что там будут еще, да, какие-то суды, да? Скорее всего, будет.
но первую в одно заседание сразу отменили. Крайне редко. Так обычно не делается. Обычно подготовительное, а потом по сути. Это ваш какой-то, да, областной суд? Какой-то окружной административный. А, я просто... Просто, ну, да, правильное действие делаю. Величина подхода впечатляет. Я правильно сказал? Правильно. Теперь могу идти? До свидания. Слід зазначити, що на попередніх зустрічах Розенблат запропонував Катерині зареєструвати офшорну компанію, яка б використовувалась у подальшому в операціях з бурштином. Сделай, пожалуйста, сейчас срочным образом компанию «Арабских Эмиратов». Я дам тебе фамилию людей, которые ты должна будешь сделать. Сделаем компанию там, 50 на 50. Чтобы они вошли к нам... Ну, мы вошли к вам. Я имею в виду, доли, они да. к нам вошли. Ну, мы к вам, они к вам, да. Хорошо. Я дам тебе на следующей неделе обязательно фамилию людей, которые должны быть там зарегистрированы. Ну, могут это быть даже, по-моему, могут, да, там графскими надо принимать. Они могут быть там просто, да, другое будет налогообложение, если будут не подданные страны. Но это другой вопрос. Слушай, это же будет все на офшорку. Вы сейчас делаете практически все офшоры. Нет, ну да, это будет офшорка, офшорка. Ну слушай, нам ну, будет же... другое налогообложение, какая разница. Нам главное, чтобы это были живые реальные деньги и живая реальная потом ответственность. Під час зустрічі 21 квітня Розенблат повідомив Катерині, що засновником цієї офшорної компанії повинна виступити його сестра – Розенблат Олена Соломонівна. Борислав, это ваша сестра, да? Да, материально. Да, и она будет распорядителем счетов и всего, правильно? От вашего лица? Да. Хорошо. У розвиток своєї пропозиції Розенблат через Крюкову передав Катерині пакет копій документів своєї сестри, необхідних для реєстрації на її ім'я офшорної компанії. Зараз я вам розкажу. От нотаріальна копія. Угу. От цвітна. Нотаріус на цвітної не удостовіряє. Не удостовіряє, ага. Тому що вводить в заблуждення. Ну, от видите, як настояще. Надо, чтобы было видно, что это копия. Поэтому я сделал одну копию нотариальную, другую цветную. Как у вас прекрасно все. Ага. Вот справка, которая подтверждает место жительства. Цветная и нотариальная. Угу. Оба этих документа, оригинал справки о месте жительства и копия загранпаспорта будут апостилем удостоверены. Но это займет 5 рабочих дней, то есть с понедельника по пятницу. Так что пока забирайте то, что есть. Наприкінці цієї зустрічі Розенблат повідомив Катерині, що йому необхідно отримати зараз від неї 30 тисяч доларів, але у зв'язку з відсутністю в неї такої суми отримав лише 6 тисяч доларів. У вас є що-небудь не дати, ні? Що нам треба? Ну, у мене хоча б було 30, так. 30? Закрить, так. Угу. У мене зараз є з собою 6. Всього 6? Ну, ми ж не обговорили після цього вопрос. Нет, я бы очень ждал, потому что я как бы... Ага, кто же было меня предупредить, что же было? За вказівкою Розенблата Катерина передала гроши в руки Ярощуку. Так, хорошо. Там парень. Ваш парень? А. Других нет. Ну, кто? Мне проще бы, конечно, с девушками было, но приходится с парнями. Нет, ну, каждый должен заниматься своим делом. Хорошо, так. Все, я вас жду. Да, хорошо. Все. Ой, я уже, видите, откормили меня на Украине. Ну, слава Богу. Все, спасибо большое, спасибо, до встречи. Спасибо. Водночас Розенблат повідомив Катерині, що вже розпочата нелегальна добича бурштину, який буде легалізуватися через договори рекультивації. Крім того, Розенблат повідомив, що в цілому можливість здобувати бурштин під приводом договорів рекультивації обійдеться Катерині у 200 тисяч доларів, з яких 65 тисяч він вже отримав та використав для впливу на органи суду і прокуратури. Зараз вже пішла нелегальна добича.
сейчас уже сегодня, завтра уже начнется. У нас есть уже фирма. И мы сейчас будем делать фирму. Уже каким-то образом мы будем подпрыгивать эту ситуацию. Нам нужно начинать уже рынок бить. Уже практически с мая месяца мы должны запустить эту фирму. Так, я вас очень прошу. Я вам говорю, что нам это все придется где-то порядка 200 тысяч. Да. Вы сейчас дали 65, да? Угу. Я не считаю. Извините, ну я считаю, потому что я знаю, за что я думаю отвечать. Мне очень важно, чтобы у нас всегда лежало 30 тысяч. 16 травня Розенблат висунув Катерині вимогу передати йому 30 тисяч доларів США для впливу на прийняття необхідних судових рішень. Слід зауважити, що позивачем у цих судових процесах виступають регіональні органи прокуратури. Скажи, що по счетам? З моїми правами? Що? Фінансування моїх процесів. Все нормально. Но мені нужны деньги. Хорошо. Сколько? У меня 30, я тебе просил. 30? Да. Хорошо, ну 24 у меня есть точно. Да. Сегодня я могу в Массачусетс их, в принципе, привезти. Угу. Чем они нас спасут, отца русской демократии? Ну, это суды, это как-то вещи. Да, ну, суды просто... по конечно, этому? Конечно, претензия. Это же наша тимуточка. Наступного дня Катерина передала ему 24 тысячи долларов США. Так, Катюша, я же не ехать сюда. Угу. Ты не взяла? Угу. Слушайте, а что у нас опять за суды? Мы же вроде бы выиграли вот этот суд, который вы же мне присылали, что шесть. У них скасовало все эти... Шесть. Скасовало? Правильно я сказала? Скасовало один суд. Это же как... Остальные, да, первый суд. Шесть судов. А это сейчас что у нас будет? Шесть. Шесть судов. А этот какой суд у нас будет, получается? Я же сказал, какой суд. Это все был первый суд, а всего у меня шесть судов. Шесть. Угу. А всего будет 12. За вказівкою Розенблата гроші передані Адубашу. Ох, ну дайте мені. Но здесь есть ранее намеченная комната. Ранее намеченная? Ага. Так. Это вот это. Держите. Это раз. А этот. Ага, ага. Спасибо. Продовжуючи виконувати спеціальне завдання, на наступній зустрічі Катерина звернула увагу Розенблата на те, що до цих пір не створені усі умови для видобутку бурштину під прикриттям договорів на рекультивацію пошкоджених земель, незважаючи на вже передані йому кошти. У зв'язку з цим вона висловила бажання отримати спеціальний дозвіл на видобуток бурштину. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 615 від 30 травня 2011 року. 8 та 9 червня 2017 року відбулися зустрічі Катерини з Розенблатом, під час яких останній повідомив, що для отримання можливості видобутку бурштину на земельній ділянці площею 30 гектар, Катерина повинна передати йому 200-250 тисяч доларів США, з яких 20 тисяч призначені для прийняття позитивного рішення обласною радою, а 50 тисяч – для посадових осіб Держгеонадр за видачу спеціального дозволу. Значить, є таке предложення. Значить, є, допустим, порядка 10-15 баушів, це по 2 гектари, це десь порядка до 30 гектарів, які ми маємо самі викупити. Потім поїдуть землі. Мы пишем получение разрешения на геологическую разведку. Угу. После геологической разведки мы получаем с вами разрешение. Разрешение. После этого мы делаем защиту запаса. После защиты запаса мы получаем разрешение от территориальных органов, от облрада. Мы заявляемся. После облрада мы заявляемся в ДГС на получение лицензии. Угу. Там комиссия, подтверждение, лицензия. И после этого мы можем начинать эту работу. Значит, мы посчитали, что в принципе вот этих 30 гектаров со всеми делами, с разрешениями,
Ну, бюджет они вечером скинут. Ну, будет где-то примерно в пределах где-то. Ну, так, чтобы не сознать, это порядка 150-200 тысяч долларов будет стоить полностью эту компанию по ключу. Это получение всего-всего-всего. Это ООО для подключения. То есть мы, получается, грубо говоря, платим там 150 тысяч долларов, да? Ну, 150 это я так просто говорю, что мы не лезем. Ага. Да, где-то 250 тысяч долларов, что взять, сколько мы гитаров купим. Ну, надо, это будет 1020. Это когда мы купим паровую машину. Это разрешение оригинально, где-то 50 тысяч. Погодившись на цю пропозицію Розенблата, 19 червня 2017 року в ресторані «Три вілки» Катерина передала йому 200 тисяч доларів США через його охоронця Ярощука, якому він жестом руки надав вказівку отримати у Катерини кошти, як це відбувалося і в минулі рази. Поможете мне? Да. Или у вас есть маленький кулечек? Держите, пожалуйста. Так, как-то так, чтобы не было видно. У ході проведення подальших слідчих дій охоронець Ярощук пояснив, що отримав від Катерини гроші за вказівкою Розенблата, яку він надав йому жестом руки. Вони сиділи, общались, потім встала, шеф повернувся, отак він сидів, він повернувся до мене, показав. От він сидів, як наша дитина? Так, лівою рукою. Дав команду, що пішов за ній, вона встала. Слід зазначити, що під час слідчих дій охоронці Розенблата Ярощук та Адобаш підтвердили усі вище перелічені факти отримання у Катерини грошових коштів та пояснили, що в усіх випадках робилося за вказівкою Розенблата, якому віддавали їх після отримання. Також в ході виконання Катериною спеціального завдання детективами Національного бюро були отримані докази безпосередньої причетності Розенблата до організації незаконного видобутку та реалізації бурштину, у тому числі шляхом вжиття заходів впливу на виборчі процеси в територіальних громадах на бурштиноносних землях. Я зробив кое-что. Я вивів вибори в тому регіоні, де відбуває бурштин. Це Олівський регіон. Я поставив до свого голову. Сейчас там идет полнота власти, вся передается от райдержа администрации, а губернатор переходит на децентрализацию на главу объединенной громады. Он подписывает все документы, он выделяет земли, он все это производит. Это человек полностью наш. Сейчас я у команды, чтобы мы выдали ресурс последний, потому что я обещал выбор, за ним рассчитаться.
Під час зустрічі, яка відбулася 6 березня 2017 року, Розенблат запропонував Катерині придбати бурштин з числа незаконно добутого з оформленням його походження нібито з Польщі за рахунок фіктивних документів. У якості безпосереднього виконавця цієї поставки Розенблат представив свого компаньйона Романа Руденка, який систематично займається реалізацією бурштину незаконно добутого старателями на території Рівненської та Житомирської областей. Это вы проходите, опять же, в нашу компанию здесь, либо вы можете сделать или спечь полную, ну, прямую поставку отсюда туда? Прямую поставку отсюда сюда через. Да. Значит, мы заключаем контракт. Покупатель – это Арабские Эмираты, а продавцом будет являться, скорее всего, шотландская компания. У нас есть несколько компаний, это офшорная шотландская компания. Она будет являться продавцом. То есть заключается официальный контракт между покупателем и продавцом. И наша компания абсолютно на всех официальных условиях поставляет, шотландская наша компания поставляет товар. Ну, отсюда. Отсюда. Из Европы. Из Польши. Из Европы. Из Польши. Из Польши. Да. Ага. Из Польши. Ничего нет, парни, работаем все веселее. Если мы сегодня поднимаем бокалы, мы начинаем собирать товар. Мы сегодня себе начинаем собирать товар, правильно? Да. Я сейчас выйду, сяду в машину и начну всем звонить. Мы начнем работать прямо сейчас. Я выйду. Если мы пожимаем руки, мне достаточно пожать руки. Я просто, ну. Роман Руденко передав Катерині зразки незаконно видобутого бурштину, продаж якого за підробленими документами іноземної компанії, вони з Розенблатом запропонували Катерині. У подальшому Роман Руденко розповів Катерині про деякі обставини існуючої за його участі системи торгівлі протиправно здобутим бурштином з використанням фіктивних документів щодо його походження. Какая ситуация? Это исключено, чтобы, потому что украинская таможня официально никак не является. Ну, то есть, я не знаю, если бы требовалось, чтобы я объяснил, как это происходит, ну, как бы, может быть, они бы, может, вы им объясните. Это я вам в двух словах сейчас скажу. То есть товар покидает территорию Украины абсолютно в черном. То есть в случае даже, если его каким-то макаром задерживают на таможне, то ну, это просто товары, просто контрабандисты, которые его перевозят. Никакого документального отношения к какой-либо компании этот товар не имеет. Он там нет прикрепленных к нему бумаг. И он покидает территорию Украины не на основании каких-то документов. Он покидает только черный. То есть вывозится, и даже если, например, нас задерживают на таможне, хотя это исключено, но теоретически это возможно. Потому что мы со всеми обо всем договариваемся. Если нас задерживают на таможне, то ну, это просто товар. Ну, чей он? Ну, наш товар. Да? А почему так везли? Ну, потому что мы контрабандисты, и все. При этом наш заказчик никоим образом не всплывал. Я понимаю, о чем они беспокоятся. Но после того, как он покинул территорию Украины, он кладется на баланс нашего предприятия. У нас есть офшор шотландский. Да, ну то, что вы нам рассказывали, да. Он это белая, правильная, хорошая компания. И этот товар кладется на баланс. Каким образом, где эта компания взяла, она покупает у какой-то другой компании. Понятно. У польской и у литовской. То есть это уже фиктивные документы сделали, а товар присоединили фактически. И все белое, товар белый, документы наша компания сделала, что якобы где-то купила этот ткань. И потом мы вам официально это все продали. Не, ну это я понимаю, конечно. Поэтому говорить о каком-то скандале, ну, очень маловероятно, потому что юридически, когда вот украинскую границу покидают камень, он вообще никак не человек. И даже если его конфисковывают, например, хотя это исключено, потому что мы совсем не договариваем. И даже если его конфискуют, то его просто конфисковали у нас. Такие дела. У день проведения операции в ресторане «Три вилки» 19 червня 2017 року детективами Національного бюро було вилучено понад 100 кілограмів незаконно видобутого бурштину, який Роман Руденко надав Катерині для огляду з метою погодження закупівлі однієї тонни бурштину, пообіцявши його доставку до Києва через два дні – 21 червня 2017 року. Право угол. Понятые, прошу, пожалуйста, обратите внимание. Есть? Давай, бурштинчик.
Опиши. Фиксуй. Я? Ну что, спираю. Чинне законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за провокацію підкупу, яка встановлена статтею 370 Кримінального кодексу. Але диспозиція зазначеної статті у якості провокації підкупу визначає тільки такі дії службової особи, які полягають у підбуренні на одержання неправомірної вигоди. Стаття 27 Кримінального кодексу в якості підбурювання визначає тільки різноманітні форми схиляння особи до вчинення злочину. Умовляння, підкуп, погроза, примус або схиляння іншим чином. Таке трактування поняття провокації злочину повністю співпадає з думкою Європейського суду з прав людини, викладеною у відповідних рішеннях. На протязі виконання спеціального завдання Катерина жодним чином не підбурювала вищезгаданих осіб на одержання неправомірної вигоди. В жодному випадку будь-яких форм схиляння цих осіб до отримання неправомірної вигоди не здійснювалося. Ініціатива щодо передачі неправомірної вигоди завжди належала особам, які її отримували.